В Симферополе продолжается реконструкция сквера Победы. Очередным этапом стала высадка новых деревьев. Центр города теперь будут украшать голубые ели, можжевельники и розы. Одно из деревьев лично посадил глава администрации столицы Крыма Геннадий Бахарев. На месте недавно спиленных аварийных деревьев теперь будут радовать горожан 7 голубых елей. Рамку клумбы оформят стелющиеся можжевельники. Их более 50 кустов. Все саженцы выращены в крымских питомниках. Им полностью подходит крымский климат. Это как раз те породы, которые морозоустойчивые и хорошо адаптируются к нашей местности. Новые деревья станут достойной заменой спиленным. К тому же техническая процедура проектирования сквера требовала демонтажа некоторых конструкций и расчистки территории. Что здесь было? Два наклоненных, три, значит, дерева такие уже подгнившие. Ну да, было там два дерева таких нормальных. Но у нас, к сожалению, знаете, есть такой порядок, что если мы делаем освобождение под новую высадку, надо старое убирать, потому что это не то. Такого нигде никто никогда не делает. Оставили вот здесь вот эту сторону, потому что тут нормально, наклоненных не видим, сделали топовую обрезку. Ну, так положено. 24 декабря на обновленной клумбе высадят еще и розы. Планируют, что бутоны будут цветов флага России. Юлия Козырев, Евгений Стариков, служба новостей ИТВ.